Есть известное выражение «театр начинается с вешалки». А с чего же тогда начинается современная церковь? Конечно, с парковки. 8 октября состоялось открытие парковочных мест на территории Зеленоградской баптистской церкви. Пастор, служители и все неравнодушные верующие трудились на протяжении 20 дней и превратили 756 квадратных метров земли в благоустроенную парковку. Ответственность за координацию этого непростого проекта взял на себя Арсений Дрожалин. Этим летом Александр Ефимович Семченко, известный служитель, меценат, бизнесмен, а теперь пастор и руководитель совета старейшин, имея побуждение, приехал и говорит: а почему бы нам не завершить то, что не завершено? Мы встретились, мы поговорили, мы помолились. И нашелся Сергей Семенов, который решил тоже поучаствовать здесь пожертвовать определенные финансы для материала. Для того, чтобы 756 квадратных метров площадки, где уложено 30 тысяч брусчатки, сделать за 3 недели. Братья и сестры молились, мужчины включались для того, чтобы помогать, и это свершилось. И я надеюсь, что это не просто комфорт и удобство. Это хорошее свидетельство и для города в том, что мы любим Бога и любим Его не просто словесно, но в том, чтобы когда люди приходят, приезжают, заходят, всегда было комфортно, удобно и достаточно. Мы приготовили место для того, чтобы люди могли приходить, приезжать со своими семьями и приходить в дом молитвы. Была проделана большая работа, результат которой радует каждого прихожанина-автомобилиста эстетичностью и удобством ровной поверхности. Новая парковка, чудо, благословение, радость. Что вы скажете на это? Все именно так. Чудо, благословение, радость и возможность послужить. Я тут тоже трудился, я извиняюсь, что про себя говорю, перетаскивали кирпичи и тележками таскали, и потом неделю разогнуться не мог. Но, слава богу, послужил. И смотрите, как здорово теперь, не нужно бояться люков, всегда чисто, красиво. Слава богу. Будет у нас здорово теперь и зимой, и в любую непогоду. Всегда будет сухо и приятно выходить. Спасибо большое. Стало все просто шикарно. Теперь отличный подъезд, и можно припарковаться. Очень нравится. Первый раз здесь паркуемся. Ага, отлично. На новый. На новый. Так в этом и отличие. Разницу чувствуете? Да. Конечно. Информационное бюро «Спектр», Зеленоград.